Продолжаем выпуск. Имена лучших специалистов в сфере образования назвали в Красноярске. В финале профессионального конкурса «Учитель года» победила Валерия Ивановна Марочковская. Она преподает математику в гимназии номер 16. А лучший воспитатель работает в детском саду номер 11. Это Татьяна Карловна Егорова. Все финалисты прошли несколько этапов конкурса, показали свой опыт, профессиональные навыки и умение найти общий язык с детьми. Месяца точно бессонные ночи, работа, помощь друзей, коллег, администрации очень большая была. Поддерживали, писали, они помогали делать, подходили, спрашивали, чем помочь. Свой класс меня очень порадовал. Они выиграли в игре плечом к плечу без моей помощи совсем. То есть вообще молодцы. Очень почетно, очень приятно. Профессией своей горжусь. С наградой, с призванием, с таким, ну, приятно, конечно, даже не вдвойне, а в гораздо большем размере. Очень рада, что мой опыт, который я представляла, ну, показался интересным.